Всем привет! Вы на канале ProRider, и сегодня мы поговорим о Cobra Jump V3. Самое важное, мы увеличили площадь поклейки детали, чтобы она у вас не оторвалась в самой неподходящей ситуации. Также мы сделали передний и задний упор равной толщины для максимального контроля во время прыжка, чтобы вы могли пяточкой тоже поддерживать колесо. В этой части сделали максимально тонко, чтобы нога прилегала максимально плотно к колесу во время езды, и вы не испытывали здесь дискомфорта. Также мы проработали место прилегания спереди и сзади и углы, чтобы нога максимально комфортно располагалась, и во время езды вы практически не ощущали присутствие этих упоров на колесе, но в нужный момент вы могли сделать нужные прыжковые движения и преодолеть препятствия. Деталь стала больше, немножко массивней, и мы получили некоторые изменения в дизайне по отношению ко второй и первой версии. Сейчас посмотрим на первую ревизию. Она была именно в форме головы кобры. Маленький сзади был упорчик совсем, он был не выраженный, но была ярко выраженная передняя часть. Материал как был в первых, так и во вторых остался такой же, так же и в третьих. Здесь мы видим, что у них стала меньше средняя часть, более выражен передний упор, и задний упор стал тоже более выраженным по отношению к первой части. Но при этом мы достаточно сильно расширили вот эту вот часть, и V2 кобры, они самые комфортные с точки зрения повседневной езды и того, что их вообще практически не чувствуете на колесе. И это никак не мешает ни при езде сидя, ни при повседневной езде. Вы только их ощущаете во время прыжка. Ну и, собственно, третья версия, она более агрессивная, более зацепистая, более продуманная в плане эргономики. Расстояние здесь для ноги стало чуть-чуть меньше, но при этом зацеп стал значительно лучше, что можно уже будет использовать и в экстремальных каких-то поездках на колесе, если вы, допустим, ездите в скейт-парк. Ну и в повседневной жизни они будут вам очень удобны и незаменимы. Что ж, я думаю, что многим, кто уже использовал Cobra V2, однозначно понравится зацеп на кобрах V3. Он стал лучше, эффект во время прыжка и контроля стал более выраженным. И теперь нужно прилагать меньше усилий для того, чтобы подхватить колесо. Для всех, кто захочет протестировать, приезжайте, обязательно можно будет попробовать. Попробовал и третью версию Cobra, мне очень понравилось. То есть ребята молодцы, продолжают, дорабатывают. И как раз для таких зануд, как я, поправили очень интересную вещь. Если взглянуть на вторые кобры, то есть все цепляются вот этой частью. Но у меня нога узкая в этой части, и чтобы закрывались педали, я должен был поставить кобру высоко. В результате мне не всегда удается подхватывать ногой вот эту общую часть. Я начал прыгать, цепляясь пяткой за заднюю вещь. Но во второй версии кобры она по уровню как бы, ну, она не менее высокая. Не всегда удается захватывать. Если же посмотреть сейчас на третью часть, они ее сравняли и правильно отрегулировали, чтобы она не впивалась себе в ногу. Она как раз дает вот тот эффект, который я пытался найти. То есть, чтобы можно было пяткой их поддергивать. То есть, они более комфортные стали и позволяют прыгать, как и цепляя за переднюю часть, так и за заднюю. Так что молодцы ребята. Одобряю. На этом наше короткое видео мы подводим к концу. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Меня никто насильственно ни к чему не принуждал. Никто насильственно ни к чему не принуждал. Спасибо тебе большое за твое мнение. Мое мнение? Ребятки, надеемся, вам все понравилось. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, даже если вам что-то не понравилось.
И вас никто ни к чему не принуждает. Everybody must make with me. All the